Киселев Виталий Викторович, я являюсь секретарем Каменноборского райкома города Луганска и также я являюсь руководителем оперативного штаба ополчения коммунистов города Луганска и Луганской области. У коммунистов Луганской области есть подразделение ополчения, правильно я понимаю? Совершенно верно. Мы участвуем в боевых действиях, мы участвуем в гуманитарной помощи и также оказываем помощь в тех направлениях, которые на сегодняшний день сложились полностью по региону и по Новороссии. На сегодняшний день ситуация во всей Новороссии у нас настолько критическая, что нам... То, что сегодня произнесли на конференции, и в дополнение я хочу сказать, что есть такое понимание и такая проблема. Нам нужна помощь, и нам нужна помощь наших товарищей здесь из КПРФ. Мы знаем о том, что они видят то, что происходит, и мы также понимаем о том, что... Где-то в какой-то части они принимают более-менее активное участие. Хотелось бы, чтобы это участие было более ярким и более понятливым для нас. Потому что конкретно коммунистам Луганщины на сегодняшний день как никогда очень тяжело. Потому что мы по отношению к хунте, которая находится в Киеве, мы, в принципе, как бы являемся террористами, сепаратистами, преступниками. Безусловно, у нас многих коммунистов арестовала фашистская хунта и преследуется практически во всех регионах. Поэтому мы не стали ждать, когда нас, грубо говоря, уничтожат. Мы взяли в руки оружие и ведем сопротивление и ведем боевые действия. По поводу запрета, нашу партию на протяжении 23 лет пытаются уничтожить, закрыть. На сегодняшний день для нас это не важно. Важно то, что у нас есть цель и общие задачи, которые мы выполняем.